Это вот все мы набрали. Домой приду, покажу распаковку, что у нас есть, что мы купили и на какую сумму это все у нас вышло. К сожалению, нет. QR и перевода нет, только наличные. Кстати, в этом же павильоне, где находится светофор, а напротив есть магазин FitPrice, продуктовые ряды, одежда для всей семьи, мегапланета. В общем, если приедете, можете зацепить сразу несколько. Вот такой вот мобайл, чехлы, сотки, зарядки, бижутерия, мебель. Планета здесь есть, одежда, обувь, игрушки. Кому интересен магазин FitPrice. Итак, ну что ж, показываю, что мы купили в светофоре. Вот это вот все наши покупки. Взяли вот такую вот одну большую пачку детского сока грудничкового с 8 месяцев. Взяли вот такую вот упаковку большую молоко 2,5%. Да, дочь, сейчас напольный светильник, торшер. Ну, куда ты в тарелку залезла? Ну-ка, вылези быстро. Ой, вот это вот. Вот этот вот, что, полосатый рейс. Большая вот такая вот банка. Для стрипни буду использовать, да? Потом взяли вот это вот гречневая лапша. Паштет печеночный, шпроты, тефтели рыбные. У меня муж любит это. Сейчас, доча, детские влажные салфетки, гречневая лапша. Так, здесь у нас моющее, мыльное, рыльное все. Так, чистящий порошок. Это тоже чистящий. Взяли вот эти вот ручки канцелярские. Чистящие для ванны универсальные. Блин, сколько лапши он набрал. Мизинчиковые батарейки тоже 12 штук, 800 тенге. Вот они, кстати, взяли трубочки. Доча, вот вам трубочки с разными вкусами для молока. Есть такая упаковка, есть такая упаковка. Ну, внутри они одинаковые, ягодный микс. Так, вот еще одну. У меня муж любит закупаться продуктами. Вот такой кофе Якобс Монарх. Большой кофе Якобс Монарх. Здесь 150 грамм. 1600, что ли, тенге? Или 2000? Не помню. Вот такой вот ореховые батончики. Ротфронт 1800 тенге. Российские. Так. Ну, это чтобы дома было. Лапша на запас. Соль, оказывается, у меня муж взял. Хочет, наверное, ванну принять. Хвойную. Вот этот шампунь. Профлайн. Недорогой, между прочим, где-то 700 тенге, что ли, стоит. Отбеливатель, не помню, цена какая была, около 400 тенге. Так, это у нас блок чистоты, сияющий унитаз, это покупки моего мужа. Так, это у нас детский шампунь универсальный, он идет всем, без слез, 1000 тенге, 1012, что ли, вот, целый литр. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это был небольшой обзор на магазин «Светофор». Я думаю, эти цены вас приятно удивили, так же, как и меня, в принципе. Всем спасибо за просмотр!